У Гродні при катанні на тюбінгу потерпіли дитя. Здарення відбулося у необсталяваному для безпечного спуску місці. Після сутикнення з перешкоди 11-годовий хлопчик був доставлений у больницю і в екстреному порядку прооперований. З початку сезону в прийомне відділення дитячої лікарні обратилось більше 90 дітей з гололедною травмою. На даний момент 3 дитини знаходяться на стаціонарному ліченні в травматологическом отделении. Девочка 12 лет с переломом ключицы, которая получила травму при падении, поскользнувшись на обледенелой дороге. Мальчик 11 лет с переломом костей предплечья со смещением, которому понадобилось оперативное лечение, который получил травму при спуске с горки на тюбинге. И еще один мальчик также с переломом костей предплечья, получивший травму, поскользнувшись на скользкой дороге. Гродинские медики штогод фиксують рост випадков травм, отриманих детьми на небезпечных схилах. Серед характерных – переломы, растяжения, удары, черепно-мозговые и травмы внутренних органов. Медики закликают батьков контролировать забавы детей и с отказностью подходят до выбора места для катания. За великой худкости, которую развивает тюбинг, любая перешкода на схиле уявляет серьезную небезпеку. В зимний период наиболее тяжелой травмой является травма, полученная во время спуска с горки на тюбинге, что связано с тем, что дети не могут контролировать направление спуска на тюбинге, зачастую не видят, куда катятся и развивают большую скорость при этом. Родителям стоит объяснять своим детям, что спуск на горке только в оборудованных местах, спускаться только по одному и обязательно следить за тем, чтобы на спуске не было других людей.